Здравствуйте! Вы смотрите информационный выпуск «День за днем». С вами Виолетта Ефименко. 24 мая в России отмечается День славянской письменности и культуры. Еще в IX веке просветители Кирилл и Мефодий создали славянский алфавит, ставший прообразом современной русской, украинской, белорусской и других азбук. Благодаря письменности были запечатлены лучшие страницы российской истории и биографии великих людей. А что нового и интересного произошло в области и регионе, смотрите далее в выпуске. Кто за открытие сессии, прошу голосовать за, воздержались, против. В городе прошла 63-я сессия Десногорского городского совета. Когда, не дай бог, настанет тяжелые времена, мы вместе с вами должны стать в один строй и защитить свою родину. Военно-патриотический урок мужества. Есть такая профессия – родину защищать. За 7 дней в единую дежурно-диспетчерскую службу 112 поступило 574 сообщения. Управление по делам ГОЧС отчиталось о происшествиях за неделю. Губернатор Алексей Островский потребовал от глав районов взять проведение единого госэкзамена под личный контроль. В этом году итоговую аттестацию пройдут 4500 выпускников. Для проведения школьного испытания из бюджета области на закупку компьютерного оборудования и камер видеонаблюдения, необходимого для проведения экзаменов, было выделено 20 миллионов рублей. Как отметил начальник управления Рособорнадзора Евгений Семченко, судить об успехах или неудачах системы образования только лишь по результатам ЕГЭ нельзя. Необходимо обязательно проводить комплексную оценку учебного заведения. За последние 2 года в России сформировался список школ с необъективными результатами. И в ряде регионов их насчитывается несколько сотен. 21 мая в администрации Десногорска состоялась 63-я сессия городского совета. Повестка дня состояла из вопросов, ранее утвержденных депутатской комиссией. Это исполнение бюджета, изменения в налоговой сфере, порядок аренды недвижимого имущества и другие значимые для города концепции. Подробности в сюжете. Вопрос об исполнении бюджета муниципального образования город Десногорск за 2018 год был вынесен на голосование и принят большинством голосов. Далее депутаты рассмотрели изменения, касающиеся налога на имущество физических лиц. В частности, поступило предложение из Смоленской области уравнять налоговую ставку для юридических и физических лиц до 0,8%. Перед присутствующими с подробным докладом выступила начальник финансового управления. По сравнению с инвентаризационной стоимостью, сумма налога увеличивается. Естественно, она увеличивается и при исчислении как 2%, так и 0,8%. То есть бюджет ничего не потеряет по отношению к текущему году. Утвердили депутаты и внесение изменений в порядок передачи в аренду недвижимого имущества, находящегося в собственности города. В порядок этого процесса добавили несколько пунктов. Оставить арендную плату минимальной и разрешить сдачу в аренду помещения, нуждающиеся в капитальном ремонте. Вопрос принят единогласно. Следующими на повестке дня были вопросы об утверждении ставок платы за единицу площади лесного участка, находящегося в собственности Десногорска, и другие важные для города проекты и инициативы. Виолетта Ефименко, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ. В Смоленской областной филармонии прозвучал последний звонок для учеников Центра образования и развития «Особый ребенок». В центре обучается 300 ребят с ограниченными возможностями здоровья. С ними занимаются 46 учителей и 6 воспитателей группы продленного дня. Центр был организован на базе школы для детей с проблемами интеллектуального развития. Затем переименован в Центр образования и развития «Особый ребенок». Поздравить выпускников центра лично приехал глава региона Алексей Островский. Он выразил благодарность родителям и педагогам за многочисленные победы в конкурсах и олимпиадах своих особенных детей. 22 мая в физкультурно-оздоровительном комплексе «Десна» состоялся военно-патриотический урок мужества «Есть такая профессия – родину защищать» для учащихся образовательных учреждений города. Подробности в сюжете.
Патриотическое и гражданское воспитание молодежи – это большая и ответственная работа, которая регулярно проводится в нашем городе. Кому, как не этим молодым людям, придется защищать родину в случае возможной опасности. Задачей сегодняшнего урока мужества было воспитание уважения к профессии военного, к воинской чести и долгу перед своей страной. Когда, не дай бог, настанет тяжелые времена, мы вместе с вами должны стать в один строй и защитить свою родину. Самое главное – это память. Память о тех, кто защитил нашу Родину. Память о тех, кто участвовал в вооруженных конфликтах. Хочется выразить огромные слова благодарности. Ну, во-первых, конечно же, руководству администрации города Лесногорска, потому что наш руководитель Андрей Николаевич Шубин, он военный, а бывших военных не бывает. И работа, которая организована в воспитании молодого поколения в военно-патриотическом направлении, она, конечно же, видна. Мероприятие было проведено совместными усилиями учреждений Десногорска, Комитетом по культуре, спорту и молодежной политике, физкультурно-оздоровительным комплексом Десна, Центром культуры и молодежной политики, а также общественной организацией Комитет солдатских матерей. На протяжении многих лет Комитет солдатских матерей сотрудничает с воинскими частями области и сохраняет с ними дружеские отношения. Одна из важных целей этого сотрудничества – воспитание молодежи как в военном направлении, так и в гражданском. Одним из результатов можно считать сегодняшний урок мужества. Военнослужащие подразделения антитеррора Смоленской войсковой части показали боевые навыки, которые применяют на военной службе. Эффектные приемы и особый боевой дух произвели должное впечатление на присутствующих. Бойцы напомнили, что армия – это место, где юноша становится сильным и ответственным мужчиной. Я побывал на этом событии, оно очень важное и значимое для нас. Ребята показали очень классный мастер-класс, и всем пошло на пользу. Вообще, я считаю, что это очень важное событие, и в целом оно очень нужное для молодежи в данный момент, потому что защищать Родину – это долг для каждого человека. Лично я и собираюсь проходить и в армию, и поступать дальше в военное училище или академию. Меняются времена и нравы, но понятие настоящего мужчины и защитника навсегда связаны со службой в вооруженных силах. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ. В Смоленске бездомных животных становится меньше. Только за последнее время специалисты госветслужбы смогли найти новых хозяев около 10 собакам. Тех четвероногих, которых приютить не удалось, стерилизуют и прививают от бешенства. Всего за 4 месяца смоленские ветеринары отловили и произвели необходимые процедуры более 70 собакам. Данные мероприятия проводятся на улице Большая Краснофлотская, 13, и мобильными группами, которые выезжают в разные районы Смоленска, где выездная бригада врачей проводит вакцинацию на месте. Сделать прививку против бешенства ветеринары рекомендуют и домашним животным. После процедуры вся информация заносится в базу данных и вносится в паспорта животных. О чрезвычайной обстановке в городе за прошедшую неделю рассказал начальник управления по делам ГО и ЧС по Десногорску Андрей Воронцов. На прошлой неделе на территории муниципального образования спасатели поисково-спасательного отряда управления по делам ГОЧС города Десногорска привлекались для проведения работ. По оказанию помощи скорой 3 раза, по вскрытию дверей 3 раза, по оказанию помощи при происшествии на воде 1 раз. За 7 дней в единую дежурно-диспетчерскую службу 112 поступило 574 сообщения, из них 214 ложных. Поступило и отработано 8 просьб от населения. В Рославском районе пограничники задержали микроавтобус с подозрительным мясом. Почти тонну говядины нарушители перевозили с грубыми нарушениями ветеринарных требований. Мясо было навалено кучей, без холодильной установки и каких-либо документов. Все изъятое было передано сотрудникам Россельхознадзора для проведения дальнейшей проверки. После всех экспертиз продукт утилизируют. Пограничники отмечают, что некачественную и несвежую говядину нарушители регулярно пытаются провести через Шумячский, Рославский и Ершичский районы. В среднем за месяц удается задержать около 10 тонн подозрительного мяса.
Смоленск посетил один из самых титулованных и известных отечественных баскетболистов – Тимофей Мозгов. Еще в 2016 году он стал первым российским чемпионом самой престижной лиги в мире – НБА. На его счету медали Олимпийских игр и чемпионата Европы. Инициатором встречи смолян с Мозговым стал губернатор области Алексей Островский. На встречу с первым российским чемпионом НБА пришли все любители баскетбола. Тимофей провел импровизированную пресс-конференцию прямо в спортивном зале, где воодушевленные юные смоленские баскетболисты продемонстрировали ему свой уровень игры. Также Мозгов щедро раздал автографы, сфотографировался со всеми желающими и ответил на многочисленные вопросы фанатов. После Смоленска игрок профессионального баскетбольного клуба «Орландо Мэджик» продолжит свое путешествие по России. На этом выпуск завершен. Больше интересного на нашем сайте disna-tv.ru, а также в наших официальных группах, в социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. С вами была Виолетта Ефименко. Всем хорошего настроения и только позитивных новостей.